что происходит сейчас с 5G? Вы видите, что уже большое количество операторов развернули эти сети. Вот Докомо, вот вы видите, что был один оператор, потом появилось уже гораздо больше. И что я хотел бы добавить на эту тему? Я хотел бы просто вас поздравить с запуском 5G. Мне так кажется, что этот бум, связанный с 5G, обеспечивает быстрое развертывание этих сетей. Интересно, есть ли у меня еще время? Видимо, у меня не осталось большого количества времени, поэтому я пропущу некоторые слайды. Но я лишь хочу сказать, что внедрение новых технологий происходит все быстрее и быстрее. Вот вы видите, с какой скоростью 4G были внедрены. Вот 5G. Здесь на слайде изображено количество операторов 5G. И, наконец, я хотел бы завершить свою презентацию вот чем. Законами поколений мобильной коммуникации. Я обнаружил три закона, связанных с поколением. Вот эти три закона. Вот, например, второй закон. Закон большого успеха. Только в поколениях, где имеются четные числа. Но вы знаете, пятерка – это нечетное число. Поэтому здесь надо быть осторожным. Однако я могу вам дать подсказку, каким образом нам побороть это второе правило. При помощи сотрудничества между отраслями. Благодаря этому сети 5G, пятое поколение, станет успешным. В любом случае, сегодня происходит много разных вещей, связанных с 5G. И действительно, эти вещи могут стать ключевыми для разворачивания сетей 5G. И в заключение я хотел бы предложить следующее. Давайте впрыгнем в эту повозку технологий 5G для того, чтобы добиться успеха. В Гонконге, например, один из коллег мне предложил, повозки недостаточно, необходимо повысить скорость, потому что повозка слишком медленная. И я этот слайд модернизировал вот таким образом. Вы видите, что здесь представлен космический корабль, который может уйти далеко за пределы нашей Солнечной системы. На этом слайде хочу, чтобы вы не поняли, это неправильно. Я специально добавил не один космический корабль, а несколько. Вот что означает 5G. Давайте вместе будем реализовывать эту технологию, потому что сотрудничество между операторами, между производителями оборудования, а также между регуляторами действительно обеспечит нам успех на этом пути. Вот о чем я хотел вам сказать в ходе своего выступления. Спасибо.